Если вы посмотрите на те действия, которые вы совершаете в течение дня, и зададите себе честный вопрос, а каков был глубинный смысл, действительный смысл того, что вы делаете? Значит, вот вы утром, например, одеваетесь, да, и вы же одеваетесь не для самих себя, вы одеваетесь для тех людей, с которыми вы собираетесь этим днем встретиться. То есть, если там будут, условно говоря, особи, которые у вас запланированы встречи с особами, которые вам кажутся очаровательными и привлекательными, вы, в свою очередь, захотите быть очаровательными и привлекательными, и мы, соответственно, будем одеваться под этого человека. Подлинный смысл этого действия не просто одеться, чтобы нам было тепло. Есть подлинный смысл этого действия, который состоит в том, что мы хотим на кого-то произвести впечатление. Если вы начинаете признаваться себе во всех подлинных смыслах ваших действий, которые вы зачастую совершаете на автомате, даже не осознавая этого, вы значительно больше узнаете о себе. Установка на рост – это очень продуктивная штука. Люди лучше себя чувствуют, меньше страдают депрессиями, другими психическими расстройствами, они более успешны в достижении, они больше зарабатывают, да, у них лучшие отношения с другими людьми и так далее. И в парах, там, и в семьях, mm-hmm. и прочее, прочее. Дети более здоровые. То есть вообще вот установка на рост, она такая как бы позитивная. И это можно для себя понять. Вы дополнительно какие-то мысли начинаете по этому поводу в отношении установки на развитие, на рост формировать. Вот, путь героя. Вот. Мы должны вот сами для себя честно признаваться-то. Мы вообще что-то творим в этой жизни созидательной и мощной, или мы там вот дурака валяем? Я вам подчеркиваю, вы пока валяете дурака, вам плохо, потому что вот это все, вот это кручение, да, это просто трата, как бы сказать, энергии без всякой разного созидательного действия. Улавливаете, да? Значит, соответственно, когда у вас целенаправленное мышление, у вас, как бы сказать, у вас, условно говоря, гормональный фон меняется. Ну, в хорошем смысле этого слова, понимаете? Потому что у вас там, вы боитесь, что вы не поймаете антилопу. Да, у вас, соответственно, адреналин выделяется, да, вот, и, значит, у вас там, она при этом, эта антилопа там фигурирует у вас, как бы, слегка дофамин, что вы можете ее и того, этого и поиметь, да, вот, значит, и, соответственно, вот вообще целенаправленные действия дают жизненный драйв. И, конечно, вы будете заниматься самыми разными вещами, вот, но начните с чего-нибудь, потому что чем бы вы ни занимались, вы приобретаете целый набор компетенций. Во-первых, вы учитесь делать дело как таковое, вы учитесь учиться, вы учитесь взаимодействовать, вы учитесь предлагать свой продукт, да, или там то, что вы делаете. То есть вы получаете тот объем разных компетенций, которые будут востребованы потом в другой сфере. Неважно, в театре вы будете работать, на предприятии, я не знаю, в компании, в какой-нибудь. И во всех этих случаях будут нужны вот эти универсальные компетенции. Коммуникативные, значит, способность учиться, способность осваивать материал, способность принимать взвешенные аналитические решения, то есть чтобы тут мышление там вам не подкачало и так далее.